Фух, чуть от жажды не умер, а? Поел плотненько. Перед выездом дома. А, дома. Мясо кусок там это с хлебом надо было доесть все, что было. Ну а что ты не взял воды пол-литра? Я взял в магните возле вокзала воду пол-литра. И забыл. До теплого стана я ее всю выпил и пить хочу. Ага. Хорошо, в теплом стане остановились. Я купил еще пол-литра, и вот хватило. А что ты не спрашиваешь, куда у меня такая кепка классная? Ну ты же купил, ты же в Адлере был. А что ты взяла, что я купил ее? Мне это боженька подал. Я иду такой на море, он говорит, хочешь кепку? Я говорю, хочу. На, это бери. Знаешь, на что напоминает, как это... Троица, Никулин, Вицин, вот это за пивом стоит, налили на тебе, Вицин последний. Взял, спасибо. Пока спасибо говорил, тут у него забрал. Ну вот, да. Я хочу показать это, что изменилось у тебя во дворе в этом. Ну как вот выглядит, как оно все выросло. Я еще думал зайти на фазенду к себе, а это... Думаю, ладно, сумка тяжелая, потом зайду и это... Тапочки нормально носятся? Хорошие очень даже нравятся. Вот. Я название видел его, забыл. Оно такое сложное. По-моему, я тебе скидывал его. Роза. А то, что мы сажали... Ну, она маленькая еще. Ей надо укорениться нормально. Ну, нормальная веточка, глянь. Бутон как раз цвет узнаем, да, что за цвет. Ну, так тут все заросло. Малина есть? Виноград. Видишь, как гроздья есть. Ох ты, глянь, четко как, а. И он и растет вот туда, да? Сам туда растет или ты его направляешь? Ну это ж мы с тобой и пробовали. Нет, ну мы сделали только до середины. Сам туда полез? Сам. Вообще класс, да? Слушай. Прикольно. Он осенью только будет, он самый поздний. Самый поздний? Угу. Так урожай хороший, глянь, там прям это, много. Кошки в сарае закрыты. Нет. Ой, Марфа. Обе. Одна вот эта была. Марфа! Обросла, уже такая красивая стала вся, глянь. Да, как будто это ее, это длина шерсти. Она гуляет опять, что ли? А та уже скоро будет мамой. Короче, они по очереди, да? Уже по два раза в этом году сделали приплод, и еще, видимо, раза три получится. Ну, это бесперебойная фабрика по изготовлению котят. Это как вот. А, вот они он маленький, да? Виноградинки. Ну то, что кого нормально, слушай. Видишь, вот прямо это. Ага. А сюда не растет, да, или ты обрезаешь его, чтобы он. О, господи. Обрезала я. А, обрезала. А зачем он мне на крыше нужен? А, ну, может, сюда думала пустить, не? Не думала. Не думала. Чуть не раздавил кошку, а? Под ногами лазит. Помидор у тебя тут растет, да? Краснеет. Этот самый ранний, да? Или тот самый ранний? Вот первый, тот куст. Первый. Что, ни одной смородины не осталось? Осталось. 8 килограмм с куста. Вообще, я в шоке был. Ты когда сказала мне. Обалдеть, да? Ну, это я оставляла, а он еще, это, она еще была зеленая. Ммм, какая сладкая. Ну, правильно, уже она это поспела хорошо. Вот это я понимаю, да? Такой вот маленький, вот я уже... Виноград, он самый первый зреет. Ну, из-за того, что... Жарко. Жарко, плохой полив, земля, глина, угу. Поэтому он бывает не очень большой. Так, а что это с яблони? Помереть хочет? Что-то не хватает ей, да? Или наоборот перебор этого, золы может быть? Не знаю. Но эти нормально растут, видишь? Ну я видела, котенок. Я не вижу, поливаю. Что, тутольник весь живой, да? Из-за раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, все живые. Но все-таки, мне кажется, вот в таком виде помидоры выращивать. Не, ну хотя бы есть, да? Хотя бы не зря уже. Вот это мне тоже нравится. Глянь, как это классно, да? Такие лианы свисают, свисают. Не, потому что ветер. Их надо ложить сюда и привязывать. Я их только положу, ветер сильный тут был, все сдул. Они опять упали. Понятно. Огород, что твой огород? Огород. Я ж когда уезжал, тут где-то все было в маленьком состоянии. Это огурцы? Огурцы. Это огурчики. Которые я хотела вырвать. Плодоносят?
Ну да, вон огурцы маленькие есть уже. Угу. Ну вот ты собирала уже урожай, нет? Или еще рано об этом говорить? Только два взяла. Ага, помидоры. Вот это нормальный сорт, да? Они небольшие. Ну вот здесь на этой грядке они все нормальные. Да, а то как в том году были эти вот огромные бычьи, не то было совсем. Ну хорошо, глянь. Пробовала уже урожай? Конечно. Питомника нету? Нет, есть, глянь. Есть, я уже вижу черную. Ага, я тоже уже вижу черную питомник. Ты подвязала, я смотрю, да? Нет, это ты подвязывала. Это я подвязывал? Смотри, вон внизу, вон, видишь, вон он черный. Какой вкусный, а? Вкусный. И крупный. Так, хотел тутовника поесть. Успеть. Успел. Тут что, кабачки? Кабачки, ну видишь, это желтеют. Надо погрызать, наверное, вот это. Что-то им не хватает, да? Вот так вот и желтеют. Ну а тут что с помидорами? Какие-то они тут хиловатые немножко, да? Где, да. Вроде бы полив одинаковый, все постоянно листья вот и вон тут два века. Я так думаю, наверное, там медведка, может быть, попортила корни. Так, это значит два черенка тутовника. Ну, растут, но не так, конечно, активно, как те, которые... Ну, кто-то их поливает. А, ты еще иногда поливаешь? Ну, качешь иногда, каждый день. Вот. Оля, какое оно огромное стало дерево, а? Не был всего на 3 недели, оно больше и больше становится. Так это значит груша. А вишни что, все погибли, да? Ну почему? Вот, вот какое-то дерево, не знаю, что это за дерево растет. О, так это вишня. Да, ну, глянь. Просто надо там выжила, выжила, это молодец. Вот этот кабачок вырос. Вот этот кабачок сам по себе вырос, я его не сажала. Так это арбуз. Ой, тыква. Это арбуз. Не арбуз, это тыква. Разве? Да, такой сорт, она маленькая такая бывает. И вот эти два помидора, я их не сажала, видимо, в том году вот так вот выкидывала по какой-то причине. Видишь, два помидора выросли, я их не сажала, они сами выросли. Ну и пускай растут, может да, быть. Да, их никто не запрещает, я уже и подвязала. Вот бывает же, вот что-то там не понравилось, чего на грядку заново это выкидываешь, и это выросли два. Угу. Как этот полив капельный? Норм или ерунда? Ну, вот эта фольга уже попортилась, надо менять некоторых. Ну, а так вот я наливала. Вчера, когда не наливала, времени не было. В то воскресенье, которое было, поливала. Ой, наливала сюда. Угу. Там в одной бутылке, по-моему, вон так вот не пополная, почему-то не ушла. Я хотел глянуть, что тут со сливами. Есть, нету? Есть. Ну, видишь, что за мокрышка. Котенок, ты чего здесь лежишь? Где-то знаешь, где были? Я сейчас вспомню. А, вот они, сливы эти. Есть слива. Ну да, они какие-то такие. Все-таки тля не дает дереву нормально развиваться. Ну не, ну урожай есть, хотя бы попробуем, что это за сорт, да? А то ж... Сорт хороший. А, ты пробовала уже его? Оп, я господи. Не пробовала, я знаю. Хоть бы на кошку не наступить, на этого котенка. Так, ну понятно, понятно. Опа! Такой-то калмыцкий огород. Мини. Тут люди у меня подписчики спрашивают, а что вы картошку не сажаете? Я говорю, у нас... У нас вот такая трава 1 июля, она июня уже была. Желтая вся, желтая, да? Желтая, потому что дождей не было. Вот везде дожди были, а у нас только... Запах дождя был хотя бы? Был, запах. Вот запах есть, а дождя самого нет. Капель даже упала. Ага, ну все. Все проверим. Все? Всем пока, я дома. Теперь видосики будут выходить деревенские. Аривидерчи.